Всем привет! Мы сегодня едем в Полушкино, я сейчас еду в Люберцы забрать Марину, и потом мы едем в Полушкино. Едем опять навещать наших хвостиков, давно не были. Покажу вам, какие там изменения, кто новенький, кто старенький. Погодка у нас, кстати, неплохая, скажу я вам. Но, честно говоря, я очень хочу спать. Че-то меня вчерашние пробки вымотали безумно. Я вчера почти 2 часа обратно добиралась домой, и сейчас я опять еду. Вот она, красота. Время 11 часов, воскресенье. И опять в сторону Москвы пробка. И это она еще небольшая. Если не забуду, покажу вам, какая она будет огромная, когда буду ехать обратно. Ну, в общем, едем. Солнышко, как видите, у нас сегодня, ветра нету, ну, такая приятная погодка, будем надеяться, что она не испортится к тому моменту, как мы доедем к хвостикам. Ну а пока едем, медленно, но верно еду в сторону Люберец. И смотри, какое чудо! Да ладно, убегать-то, ешь, господи, я ж тебя не трогаю. Ешь, не ссыкотничай. Кошек много не бывает. Красавчики. Да кушайте, кушайте. А мамка где ваша? Где ваша мамка? Вот мы и в Полушкино. Вот тут деревья они срубили. У наших уже истерика. Пока кошек тискали. Они нам этого не простят. Здорово! Привет, собаки! Привет! 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 Привет, Молли! Привет! 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 Ой, 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 ой! Крышу прогрызла насквозь. Будут менять всю крышу. За Маринин счет, конечно же. Так, пойдемте посмотрим, кто там на новенького. Как у вас просторно стало. Рыжуля! Привет, Рыжуля! Да хватит! Ты мой зайка, ты мой зайка! Все, сейчас будут всем кости. Сейчас. У мамы дорогая, оглохнуть можно. Все новеньких нету, все старенькие. Даже булочку им свою скормишь, поешь сама. Ну, обзорься, девчонка. Море, на. Да ешь, там костей у них много. Ну, мама Марина. Мама Марина вам последний отдаст. Жопы мохнатые, уже отдала. Жопы мохнатые. Они постройнели еще, кстати, да? Она вытянулась еще. Марин, давай это вам вот это отдадим, а то они будут орать сейчас без конца. Здесь 2 масла вот забрала. Что-то с костями перенесли. Не знаю, кому макет, это не тут мать. Шикарные, по-моему. Ничего себе. А там грызть-то как? Они, знаете, как грызут? Вы что? Гуля от таких вообще тащится. Это надолго, вот это все выгружает, разгрызает. Ну так этим отдашь нашим. Оставим, бросишь, и они пусть грызут потом. Вот той, как ее. Овчарки. Овчарки нашим. Тихо.
Когда уходить будем, чтобы им не так тоскливо было, дашь им кость. О, все, процесс пошел. Руки берегите, не надревно, руки. Вот ты рябый. И сейчас все получат кости и наступит долгожданная тишина. Лошадки. А где конь Дональд Трамп? Сегодня нету. Моего любимого коня сегодня нету. В официальной поездке. Да, наверное, он в официальной поездке, точно. С официальным визитом. Так. Половина уже в тишине пребывает. Так, ты будешь просто ржулю, да? Ржуль на два дома, правильно. Ржуля хорошо устроилась, да? Ага, на два дома. Так, тихо. Сейчас спрячет и опять придет. Она женщина опытная. Скажи, какие кости? Столько радости. Да сейчас, сейчас гулять будешь, сейчас. Мне кажется, их недавно кормили. Если тут только Света, да, по-моему, беленькая девочка. Если только они... стрижка вот эти. Да, но если они только уехали, значит, они все еще, по идее, уже накормлены. Ну, да. Ну, хоть это успокоится. Ну, да. Вот какая рябина красивая. Рябиновые бусы. Компот собираем, Нина Андреевна. Какие яблоки красивые. И вон там. Красота, покраснели. А с этой стороны рябинушка. Рябиновые бусы. Как красиво, ярко. Вот и осень наступила. Жень, листочков много, желтеньких. Осень приходит в Полушкино. Здесь вот грибочки на березе. Вон какие. Кстати, в лесу есть грибы, мы пока ехали. Очень много людей стоит. Машин. О, урожай яблок. Сейчас попробуем. Ну, вяжет рот. На компот, конечно, можно. Так ты их есть не будешь. Либо на варенье на какое-то. Так что никто не собирает, кроме Лизы. А. Орехов нету. А подойдем поближе. Может быть, грибы есть в лесу, но я в них ничего не понимаю. В этом лесу я имею. Так-то да, есть. Мы проезжали, люди прям ведрами выносили. Орехов не вижу. Яблоко вяжет. Ну так ничего. Так, ну чего, наших выводит уже Марина. Ой. Кстати, этими яблоками можно хрюшек кормить. И лошадок. Взяли? Нет, еще. Марта! Спокойно. Яблоки невкусные, они вяжут рот. Ну, на компот они хорошо. Ой. Ну да, на компот. Ой. И сейчас можно какую-нибудь лошадку покормить или хрюшек. Так, все, тихо, тихо, не рви так, не рви. Побежали, о, давай, правильно, Ма. Правильно, Молли, правильное дело делаешь. Это рыжуля скулит, она в следующую партию идет. Да, не может. Мар.
Смотри, маленькая-маленькая. Убрали веточки немножко. Эти сухие деревья поубирают наверняка. Вот домик. Домик на дереве. Скажу я вам, грибами пахнет как. Мама дорогая. Может, насобираем что-нибудь сейчас. Я в грибах не понимаю. Марина понимает. А грибами-то как пахнет, да? Пахнет, но и грибов я не вижу. Но их искать надо уметь. Тихо, только. Тихо. Тихо, не снеси меня. Ну чего, нашли грибы? О, полно. Правда? Не, а реально пахнет ведь грибами. Я сразу попой поворачиваюсь, да. А ты ей к ней попой, да? Вот такой вот лес леский. Леский лес. Видите, какая красота кругом. Мы сейчас пойдем в самый лес. Я нашла грибы. Я нашла грибы. Я знаю, что это мухоморы. Вот это я знаю. Это точно мухоморы. Но я их нашла. Из меня не очень плохой грибник. Из меня никакой грибник, но мухоморы я нашла. Вон еще тоже маленькие. Вон. Где он? Я вот так вижу, а в объектив не вижу. Вот он, да. Малюсенький мухоморчик. Еще нашла. Это тоже мухоморы. Они не такие красные, но они точно мухоморы. Больше пока никаких грибов не нашла. Вот еще нашла грибы. Наверное, это поганки. Что-то мне подсказывает, что это поганки. Так. Что еще? Вот грибы. Не знаю, тоже поганки, наверное. И вот грибы. И тоже, наверное, поганки. А это земляничка. Земляничка уже отошла давно-давно. Вот, не знаю, что за грибы. Ой, правда. Вот такой вот у меня грибник. Я нашла мухоморы, и я нашла поганки. И больше я ничего не нашла. Но зато по лесу гуляю. Видите, отделилась. Собаки отдельно с Мариной. А я хожу. Смотрите, какие корни. Шишки длинные. Красота. Я могу шишек набрать. Не нашла грибы, набрала шишек. Тю. Чего нет-то? Вот здесь тоже земляники. Полно-полно. Видите, было. Рябинушка. Красота. Деревья, смотрите, какие огромные. Да уж. Красота. Надышусь сегодня свежим воздухом. Спать буду. Костяшки. Чьи-то лапки. Наслаждайтесь. По-моему, они сами в шоке, Марин. Все, вкусняшек вам дали. Можно прощаться.
папа косточку даст. Смотрите, какая вкусная, да? Конечно, у Владика вкуснее косточка. Ну, что ты боишься? Она же не тронет. Ну, вот и все. Видишь, у нее какие кости? Здоровущие. Но она все забирает. Она сейчас заныкает. Нет, ты примчалась-то. Что-то не наел? Ну, не надо. У тебя сама она одна есть, так ты еще... Вот, достанка. Ты посмотри, что делает. Нормально, две заныкала, да? Марта. Марта. А Марта сидит, блин. Молли, как тебе не стыдно? Тебе две, значит, а ей не одной, да? А ей палочки. Бессовестная. Демократия. В стране демократия, Нина Андреевна. Кто успел, тому и тапки. Да? Да. Жучара. Тебе никому, да? Молли. Все, комары заели. Сейчас уезжать уже будем. Смотри, что у меня есть. Яблочко. Его покушают, а вон пошли куры. Индюки. Какие индюки. Кушечка. Все, пошли, это ждут меня уже. Все, мы едем в сторону дома. Все. Всем. Поныло, поныло, и Марина ведет меня за грибами. Только мне надо держаться Марину, потому что я сейчас пока буду смотреть вниз, я заблужусь в лесу. Вы меня совсем недооцениваете. То все идут. Даже Бычков грибы набрал. Ой, я уже потеряла ее, а вон она. Идем. Куда смотреть-то? Все, еду уже домой. Ничего, мы никаких грибов мы не нашли. Нет, поганки нашли. Ложные опята нашли. Но ничего мы не нашли из того, что можно употреблять. Потому что надо ехать утром, и я очень громкая, меня в лес брать нельзя. Меня грибы боятся. Все, на этом буду прощаться. Вот такие у нас сегодня покатушки. Пошел дождик, кстати. Дождик пошел. Так что, может быть, завтра кто пойдет грибники ранним утречком, насобирают. Все, а я прощаюсь. Хорошего всем воскресенья. Завтра понедельник, но... Не вешать нос гардемарины. Все, пока-пока.